Привет, это Реборн. Валера Гостер, то не выпускает видосы, ты выпустил уже третий за 3 или 4 дня. Новый ролик у него вышел, называется «Служу туалету». Я сначала зачитал «Сижу туалет в туалете». А как можно служить туалет? Короче, давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали. Осторожно, иероглифы. Всем, Валера, я привет. Чила. О, я соскучился по этому приветствию. Арц опять что-то тут нарисовал. Так, что-то как-то они быстро делают игры, Чилосар. Джиу-джитсу. Джиу-джитсу это типа как карате или другие боевые... Джисасу? Ой, осу. У нас небольшая кинокомпания, и нам нужно постоянно производить новые идеи. Ты вообще следишь производить идеи за тем, что сейчас популярно? Ну, скибиди туалета, скорее всего. Ты в курсе, какие сейчас новинки выходят, что в тренде? Ихвильнихт, наверное, да? Кто это? Или Лос Пингвина с Милованом Аскар. В общем, я... Сейчас будет реклама. Слышал, что сейчас становится более популярным испытывать свои нервы на прочность во всяких заброшенных домах. Чел, это кринж уже не актуален. Вот смотри, есть один дом в городе. Да, согласен, полностью уже не актуален. Поговаривают, в нем есть что-то странное. Ты хотите, чтобы я поехал туда в одиночку без Димы Масленникова? Бля, если Дима Масленников это не запечатлит, нам никто не поверит, ну, не поедет. Еще если не ты. И не возвращайся, пока не снимешь хорошие футажи. А Человека-паука тебе снять не надо, умник. А я пока посижу по... Принесите мне фотографии Человека-паука. Играю в Lineage 2, у них там 15-летие исполнилось. Я же сказал, что сейчас будет реклама. Да, давайте поднимем. Что раньше, куча перца. Что линейка с... В 15-летии, блядь, я думал, они еще раньше вышли гораздо. Вот и приперся в деревню. Так что залетай скорее в Lineage 2 по ссылке в описании и играй прямо сейчас. Вот и приперся в эту вашу заброшку. Ля БДСМ ёжик с сиськами. Блядь, что это такое? Или это медведь? А какой вы реп... Вообще хрен поймешь, что это такое? Портаж от меня хотите. Вот как он заброшен, если свет горит? Значит, кто-то исправно платит. Опачки. Прям в эту по лицу ударила дверь. Somebody was told me, the world is gonna roll me. Алло, какаете там? Блять, им покакали, скорее всего, если он там оказался. Деятельность дурная, мне это не нравится. Я уже в ноль ее поставил, она все равно чувствует. Боже, как же она чувствует. А если ноль поставить, вообще двигаться будет? А, нет, санки. А, нет, кровать, шкаф. Книга «Как призвать своего патронуса». Понятно, в Хогвартсе. Неплохо, на самом деле, блять, покупай, ищи там, может быть, из зелеварения какое-нибудь, из защиты от Да не заброшен этот дом, да не умер я в конце драйва. Судя по звукам, кто-то моется в доме. Надо так потереть спинку. Я могу. Прикиньте, да, зашел, короче, в дом кому-то, там чувак моется, ты заходишь к нему в ванну, начинаешь ему тереть спинку, и чувак, блядь, откидывается от страха. Я закрою за собой, потому что я культурный. Так что не ешь ты, пожалуйста. Культурный обычно не заходит в чужие дома. Курт Кобейн. Здорово, твоя? Оделся бы ты. Что ты? И что мне вам снимать здесь, уважаемый мой босс? О чем репортаж? Вот кого-то заживало в конде, нормально? Охренеть! Это такой репортаж. Микроволновка-то чистая, намыленная, вы посмотрите. Всем привет, а с вами Дима Масленников, и мы в доме кондеев-убийц. Лежит какая-то кассета. Ну-ка, что там? Наверное, какие-то... Бля, сразу взял кассету и сразу посмотрел. Про то, как пацан копает землю. И посадил туда воробья? Это метафора? Что? Метафора какая-то, объясни. Я вообще не понимаю. Что такое метафора? Давно учился, забыл. Опа. Видели там какой-то типи-типи, чапа-чапа? Что, на меня к туалету привело? Влезай. Отличная работа. Кто со мной разговаривает, толчок? Извините, это вы мне? Я выбираю. Отличная работа, ты хорошо покакал. Да, в полном серьезе разговариваю с сортиром. Насыть в меня... С недью? Что? А, насать меня. Что? Насыть? Кто в тебя... А, насыть. Типа, дай мне покушать. Подай нечто. Я не могу, я не ел утром. Ничего. Смердящая смертность. Что за хуйня? Да норм... Бля, какой-то странный туалет. Ладно, у меня кал, здорово. Поднеси это мне. Я могу залезть к тебе сам. Я умер внутри, такое знай. После такого, да? Ну конечно, блядь, я бы сам охерел. Психокидс. Слышь, ты переезжаешь. Отмена операции по закапыванию. Тебя ожидает сортир. Не, бутылка, ты с нами не пойдешь, извини. Я понимаю, ты не хочешь, но говнодырка просит жертв. Говнодырка? Пойми. О, великий туалет, прими эту жертву. Вкусно? Я думал, сейчас руку отрежет ему. Думаю, я смогу найти что-нибудь в том же месте, что было на кассете. Идем в туалете? По зацепкам.
Здрасте, а я тут просто туалет кормлю ваш, чё. Не уходите далеко, я сейчас... Вы давно уже не кормили своего питомца, поэтому приходится нам... Приду. Босс попросил снимать в этом доме все. Почему дом заброшен, а туалет не кормлен, а? Сейчас разберусь. Тут все двери сгорели, непонятно. Сейчас разберемся. Так, где двери, где стены? Дизайнер олень. Да. Чё такая с собой довольная? Чего, блядь? Как так вышло? Ушло. А, вы были кофты. Вышло, ушло. Не выпендривайте мне здесь, пальтишко. Мне нужно на улицу выйти и найти эту кассету. Кибай глаза. Привет. Ля кого-то пучит жестко. Ты чё? Демон запора? Еще одна кассета с историями. Тебе, блядь, кассета теперь там же, где хотели закопать печку, о, рука. Удобно тебе там, в дом бы зашел, ушел. Самый заброшенный. Хотят нагнетать атмосферу, но всю атмосферу испортили тематикой вот этого. Ага. Вот. Да, блядь, это просто ржак. Я возвращаюсь смотреть телевизор. Смотрим второй мультик. О, класс, я очутился здесь. Поднеси мне голову карпа. Слышите, запросы у вас, мистер? Где эти карпа найдут вообще? Где я карпа возьму ночью? Можешь насрать в тебя? И же разбалованный какой стал. Голову карпа. Не ура... Я ел теперь только головы карпа. Если ты принесешь что-нибудь другое, я выплюну это тебе прямо в лицо. Ходить? Выловить? Реально поймать карпа на палку в лужу за домом? Ну а что вы думали? Поймал. Пока. Погоди, он попросил только голову, все остальное сам съест. Слушайте, сюжет в поисках Немо. Я не желаю тела рыбы. Взывая, отсеки ему голову и подай мне ее. Какая дичь, блядь, с тобой разговаривать, туалет. Бля, привередливый какой унитаз, а? Где кухня? Да, я сам бахую. Прикинь, мной манипулирует туалет уличный. Блядь, это на самом деле, по-моему, реальность. Юзер, мне нужен нож. Можно? Что такое? Даже не... Блять, это, по-моему, эта баба где-то уже была в их играх. Говори мне, что хочешь, чтобы я отрубила ему голову. Ну, ма, отрежь либе голову, мне туалет сказал, пожалуйста, мам, скиби туалет сказал. Что происходит? В смысле, меня выперли с кухни? Я, блядь, даже не удивлюсь, если там реально потом появится в конце скиби туалет. Помогут мне? Ма, ну что такое? Сам, все сам. Пила из фольги, что ли? Че она еле пилит? Неужели справились? Несу тебе. Ваша просьба выполнена, о великий говнодемон. Ваш заказ. Следующая кассета. Блять, еще надо дальше-то, он бы спасибо там хотя бы сказал, я не это знаю. Это было одноногого манекена. Как он стоит вообще? А, вот он. Откуда ты себе руку намутил уже? Кассету вижу. О, слышь, здесь нога. Тебе надо? Че ты стесняешься? Дверь закрылась. Или тебя смущает, что ты носки со сланцами? Ладно, разберешься, я тут за кассетой. Че произошло? А можно свет? Саш, что делать? Че, щищ? Сам соси. Пец борзый пес. Ты должен смотреть телек. Бля, вроде меня отправили репортаж снимать, а я все-таки смотрю, сижу. Чё тебя спит? А я что, в шкаф? Она устала. Фу, сижу. Чё за цензура? Здесь типа здоровый пенис, что и гудит. А, это не спит, кого-то едят. Охуеть. Что-то туалет переместила? Чё это? Эта кукла одержима. Укрась ее прядью бабушкиных волос и преподнеси мне. Ты теперь еще куклу насобираешься есть, что ли? Ты чего, совсем что ли, блин? Чувак, она несъедобная. Ладно, звучит безопасно. Туалетный демон просит сделать одержимую куклу еще одержимей. Я в деле. Кусочек волос ваших можно? Спасибо. Если что, мне разрешили. Ты убивать. Я немножко. И голову ей покусал. Спасибо. Какая жесть, блин, страшно. Все хорошо. О, какие чистые носки. Значит, пол чистый моют. Молодцы, уважаемо. Вообще, волосы в туалет смывать нехорошо, но мне сам туалет разрешит. Опа. Он не против, блядь. Вот она, ты попал. Репортаж я снимаю жесткий. Смотри, босс, замес в том, что кукла-то одержима, и заколдовал ее демон унитаз Скибиди. Демон туалет. Как тебе такой сюжет на телевидении прокатит? И что мне с ним? You spin me right round, baby, right round. Блядь. Песню прям тема. Все, заснял, страшно, выходите. Второй этаж? О, здесь я не был. А ты что тут делаешь? Стоит. Какие-то. Нужно найти, чем это сгрызть. Кусачки или ключ какой-нибудь. Не подскажете? Что-то у них у всех голова падает при виде тебя. Не подскажет. Мне на улице, типа. А дверь всегда открыта раньше была. Ну, я найду выход сам. Блять. Само открылось. Вот отвратительно. А, хуй тебе! Дрочь какой-то. Бля, издевается над ним, как хотят. Давай еще раз, я выбегу. Рискнешь? Ого. Не прибарать. Сделали сисястый. Сисян, пусти. Слушай, я в детстве так прятался.
Иди ищи новое место, придурок. У вас тоже крышу снесет? Да. Это Ре вроде, да? О, ключ. Сейчас мы узнаем всю тайну. Даже не пришлось кусачки искать, блять, ключ сразу дали. И лучший репортаж, что же там случилось, прикинь. А что тут? Бля, сейчас у всех что ли упадет сразу? Собрание. Как вы собрались смотреть кассеты без телека? Это я забираю вам еще рано. А мне можно. Так. Не понял. Где он елозится? Это он где вылез? Это он что делает? Шахта под домом, блядь, как в Майнкрафте. Жизнь покинула оболочку дедушки. Похоже, он встретил свою кончину посреди купания. Отвратительно, когда купаешься, а она всплывает под... Это шедевр! Выдерни его ногти и поднеси мне. Твое слово для меня закон. Ногти деда вместо обеда. Добрый день, маникюрный салон заусенится. Давайте пальчики. А все ногти или один? А прикинь, он спит просто, а я ногти тырю. Чисто, чтобы пожевать потом, как снеки. Фу, какая мерзость. Маникюрный салон. Старые снимаем, новые одеваем. Так, главное не уронить теперь. А чё, с ног не надо? Несу, несу. Ты, блядь, в очках. Су, унитаз, держись, не голодай. Так, по-моему, сюда... Ой, блядь! Чё, блядь, опять этот фалос? Что там такое, блин, а? 4-5. Всё, принёс все 5, держи, кушай. В ванну. А там ещё одна кассета. Слить воду, а там кассета. Ты, блядь, ей пизда же, нафиг там ничего мы не увидим теперь. Читаемо, читаемо, читаемо. Как обычно, всё знал, во всём разобрался. О, нет! Чел в маске гориллы. Босс, я снимаю для тебя, смотри, за мной стоит Паша Техник. Можно пару слов об этом месте? А, он уже убежал. Он ушел. Быстрей, быстрей. Смотреть, телек сперли. Телек сперли. Вы че? Какого фига? Как так-то? Ля, хату обнесли, пока обносил деда на ног. Вы че, угораете? На репортаж надо снимать. И где мне искать телевизор теперь? Куклы это сделали, 100%. Ты за этим стоишь? Хотя у тебя ручек нет, вряд ли это ты. Неужели техник телек подрезал? А, там же в полу дыра была. Один, ачивки чудесно. Какая-то странная ачивка. Телек где? Вот оно. Я чую там телек. Ну да, вот. Действительно, бля, телек упал в яму, какого фига? Кабельное провели, значит где-то здесь. Так вот кого цензурили. Иисуса. Телек все дальше от меня прячут. Не хотят, чтобы я смотрел мультики. Переверни всякий крест внутри обители. Я тебя переверну, блядь. Квесты твои, конечно. Крестики ваши переворачивал. Один. Еще один. И этот. Что, денег нет? Что вы встали? Кар, кар, блин, кар. Тоже переверну, умник. Хоть орать. Пола... Дол, не крест. Остатый крест тоже вертел. Все. Нет. Все он, сука, знает. Я не могу найти. Опа. Что, кассету заживал? Что с ним? Вы мне телек сломали? Я не досмотрел, там было что-то интересное. Я что понял? Внук выпустил демона из унитаза. Дурак вообще, внук-то, блядь, посрал бы ему это на лицо, и все нормально было бы. Дурачный. Украл вообще ногти, спер волосы, спер голову карпа. Мы это узнали, запечатлели. Голову спер, и карп отпустил. Лили, несем репортаж обратно. Выпустят ли нас? Вопрос закрыт, как, собственно, выход. Еще и заколотили. Я найду любую щель. Меня просто так не закрыть. Ебать. Блядь, это тот самый Нафаня. Да не умер я в конце тоннеля. Бля, ползет Хагрид. Отстань. Шорты и пуховик, ты серьезно? Кто так носит? Бля, быстрый, капец. Стой. А где выход? Все, удачи там с маглами. А, его поймали, что ли? Жму. Все, это хэппи-энд. А. Блять, хуй тебе, а не хэппи-энд. Побрев-то, подставщики. Ты камеру забыл. Вот он так вальяжно догнал машину. Ну что это такое-то, мужик? Ой, его взяли за ногу. Я просто репортер, ищу Человека-паука. Что у меня ногти там воруют? А, те самые сланцы с носками. Это больные люди, им нельзя доверять. Мне это что-то напоминает. Блин, какая страшная херня. Ой, фу. Помню этот мем. Только бутылки не хватает. Поднеси это мне. А, ты меня расковырякал в кашу. Фу. Смотрите, это я. Вот он. Поиграли, блин. Нормальный репортаж получился. Сейчас я за Немо отправлюсь. На, пожалуйста, забирай меня. Ты думал, застряну там просто. Ну, какие тут выводы? Капец какая-то, блядь, главного героя завалили. По-моему, во всех остальных играх там главный герой вышивали. И какие-то не джисацу, потому что в мешке я не по своей воле. Не носил сандали с носками. Жутковатые футажи. Знаете, кто их снял? В
без понятия, кто-то просто их нам прислал. Капец. Но последняя часть какая-то... Там наверняка был монтаж, это обычный фейк. Не, чувак, это не фейк, там твой чувак застрял в толчке. Дохлый. У меня нет на это времени. Мы с таким не работаем. Прошу прощения, я отлучусь в уборную. Нет, один ты не пойдешь, я как босс буду контролировать все. Не дошел, да? До туалета? Хагрид, привет. Как обычно за свое. Шикарный ролик, как обычно, получился у Валерки. Огромное ему спасибо, настроение поднял. Надеюсь, и вам тоже. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.